О болезни на равных. Областной Минздрав выделит более 2,5 миллионов рублей на поддержку некоммерческих организаций, работающих в сфере профилактики ВИЧ. В том числе усиление студенческого волонтерства, тестирование людей из группы повышенного риска и равное консультирование. По этой программе консультантами выступают люди, живущие с ВИЧ, которые знают о болезни и всех проблемах не понаслышке. Музыка ветра зазвучит на юго-западе. Сквер имени Авета Тартаряна на улице Шаумяна ждет большое преображение. Кроме спортивной и двух детских площадок появится зона отдыха со столами и шезлонгами и даже специальная сенсорная дорожка для массажа стоп. За музыкальную атмосферу сквера будет отвечать амфитеатр и уличные антивандальные музыкальные инструменты от ксилофона до арки с музыкой ветра. Добрый путь. С 1 февраля изменится схема движения популярных автобусов, курсирующих между Уралмашем и ЖБИ. Речь о номере 060. В последнее время этот коммерческий маршрут почти наполовину дублировал путь 33-го автобуса. Из-за этого их даже хотели объединить или отказаться от лишнего. Но в администрации Екатеринбурга выбрали третий вариант – изменить путь следования 66-го номера. Подробности нового маршрута и остановки пока неизвестны.